Так, смотрите, надо как-то жеребьевку сделать. Одна отдыхает все время. Играем в один, все в один круг. Считается, до скольких играем? До 10 или до 12? 12. Давайте до 12 и считаем разницу. Может быть так, что последний тур разница будет. До 2. Нет, разница, вы имеете в виду, на сколько очков победы, да? Так, за первое место что мы выбрали? А судьи будут? Судьи, мы. Кроме они играют. Кроме Сап Роналд, есть судьи? Мы. Нет, у нас только региональная категория здесь. Да, Сап? Не, у Сапа день рождения, сегодня без пихача. Он еще день рождения. Сегодня все за его счет. Сейдор, 59 часов. Как, он размяться чуть-чуть или нет? Да, да, да. Квадраты, давайте квадраты. Квадраты, и потом начинаем. Лех, поставь квадрат. Опа, Альберт Николаевич в деле. Мы опять в деле. Ну в ёбнутом деле, брат. Дюбс! Good morning! Пацаны, у вас 5 побед из 5 матчей, а на кону призовой фонд. Да. На кону все эти, могу сказать. И у той команды тоже 5 побед из 5 матчей. Ну, да, брат, нет. Лучше случаем, и чё? Факт. То есть сейчас предстоит нам команда увидеть... Команда рвачей против команды алкоголь. Сэм Гудай, Слон, Рвачестер Сити против Маны, Мартусевича, и кто у вас третий? И Газдана. И Газдана, Скуф Сити. А у вас это, пиздец, не Скуф Сити. Это финал. Не, ну мы-то посимпатичнее. Хуй знает. Финальный матч, друзья. Ну давай, поехали. Давай. Мы всё, поехали. Такие видели? Ой-ой-ой. Так подают. Да-да, не хоть поле, там потом почки у вас будут. Опа! Да, блядь, ты смотри. Это финал? Да, я уже знаю, кто это. Ставки на стол. Чемпионами. Хорошо, Мана! Играем. Чуть горло не отдавал, Мана! Рвачи против алкаши. Нормально, налево! Ну что ж со слоном не так? Первое очко еще не могут никак разыграть. Я-я-я-я-я! Так, Газдан руина тут, я понял. А вот смотри, я говорю, вот все, руини. Поехали! Здорово, блядь! Иди нахуй со своей кадрой. Каждое очко на вес доллара. Фотосессия потом с чемпионами. Сюда свечи дают. Хорош, Сэм. И пошел. Пошел. Рту! 3-2. 3-2. По 3 при подаче. По 3. Хорош. Ты смотри, что творят, а? Важнейшая ситуация. Достали, здорово. Хорош, Сэм. Опа, подсветки. 4-2.
Разница у нас точно лучше. 4-2, да? На одну сухую выиграли. Блять! 5-2. На одну сухую выиграли. За $20 залезу в голову в команде. Ну это все. Дом, Артур! 6-3. У меня поворотник не убьет. Да, я по-доброму, ближе к сетке не бьет. 7-3. Ладно, я. Спокойно. Хорошо. Я что, берите, блядь? 2-2 играл. Да, и газ добивай! Кто вытянул? Ваши. Я тронул его! Вот ты сыграй головой, а то... Куда? Ты можешь натянуть, Николаевич, натяните. Куда? Там все равно линия будет. Не, вытащи и натяни. Нормально сейчас. Все равно линия. Там мы видно. Вот, все. Как он под углом, ну мастер. 7-4. Тетива. Тетива, натягивайся. Тихо, сдам, да. Семь-пять. Да они все еще на подачу играют. Дроп. Было, можно? А, да, точно, смотри. Не было, Жень. Да. Коснулся земли. Два раза уже было. 8-6. Уже вот так это. 8-6. А ну нахуй! Тайное оружие. 7-8. Мне кажется, газ дает. 7-8. Сейчас помещали $10. Я против. Это хорошая, да? Ой, здорово. Хорошая. И Марту забивай. Да. Марти. Что, врачи прощают. Все в прямом эфире это видели. Да. Ничего не забыл. Спокойно, раз, на третьем. Кончина. Смотри, какие забегания, а? Что, да, вот. Вот же, да, конечно. Серый. Как похоже. Не дойдет. А, да! Ничего, Макс, спокойно. Браво, блядь! Восемь-восемь, ребятки. Пусть покричат. Отъебись нахуй, блядь. 8-8. Это финал. Смотри, какие сбегания. Ну видишь, у меня бьет, пусть бьет. Нет. Готовьтесь. 9-8. Все посмеялись, Арчи пошутил. Не подбивай. Ой-ой-ой. Там на варе сверху сидят бригада тоже. А что бригада? Стой! 10-8. Браво, браво, блядь! Камбэк рвачей. Ой-ой-ой. Самый техничный попасть. Бабол! 11-8!
зрители домой пошли уже. Ой, здорово! Ой, здорово! Где вы, блядь? Где вы, блядь? Наша площадка, наше поле, блядь! Давайте поднимем вот так. Давай. Или вот так, вот так. О. Давай, майки переоденем. Давай. Вага, дай кофту, пожалуйста. А вот. Олегон. Так это моя, моя, моя. Я им отдам. Дмитрий Викторович, 13 лет я мечтал о том, что дали вы мне. Я вам очень сильно благодарен. Шанс, который вот даже ребята в комментариях отмечают. Но... Моя заслуга маленькая, я просто снимаю, а всю атмосферу, всю наполненность этих видео даете вы. Даже после каждой тренировки, ну, все пишут комментарии просто восхитительные. И я хочу поговорить о том, для чего этот канал вообще был создан. Масштаб вашей личности очень большой. Как бы вы скромный, вот вам даже сейчас... И Сань, я делаю то, что нам нужно для победы. И все это понимают, все приняли эти условия. Знаете, когда ты относишься к каждому члену команды с душой, с пониманием, там, ну, узнаешь его проблемы дома или где-то еще, там, спрашиваешь про здоровье, там, как родители, это, наверное, вот, что говорят, семью объединяет всех, и все начинают вот этим заражаться, и у нас вот как бы происходит вот этот вот симбиоз, и мы друг за друга переживаем. Тренировочный процесс надо сделать такой, чтобы было интересно, правильно? Каждый член команды, который находится на сборе, он важный. Нету неважных футболистов и фигур. Например, тот же там, администратор, да, ты снимаешь. Лина там занимается вопросами организационными, там, мы тренируем, Евгений Четвертарей тренирует. Поэтому у нас вот такой коллектив, и в котором находиться приятно. Ну, это же так. Это так, совершенно верно. И вот такой вопрос. А как вы сохраняете такой огонь жизни, такую страсть? То есть вы в каждом микроэпизоде, даже в бытовом, то есть вы прям заряжены, вы, от вас энергия ощущается. Ну, как мощнейшая. На поле раньше играл, так и здесь. Это все же передается футболистам, все и в человеческом плане, и в футбольном. Все это передается, и мы каждый стараемся сделать команду лучше, атмосферу лучше. Из-за этого и результаты должны улучшаться наши. То, что мы сейчас не выиграем пока долго, да, у нас и там... Смена футболистов идет, и уходят футболисты, приходят. Не бывает, чтобы все время одно и то же было. И играть с старым багажом. Например, там новые какие-то схемы разрабатываем, ну, комбинации, стандарты новые. Пусть ждут от нас интересных вещей. Я думаю, что от этого только лига выиграет, и будет интересно смотреть. Чуть-чуть про Крапа. Мне лично, как футболист, он нравится, мне лично. Я вижу объективно, здесь он проигрывает конкуренцию. Объективно. И нас смотрит много молодых парней. Они видят, то есть даже вчера мы общались сначала с Крапом, потом с Слоном. То есть Краб 21-летний, он пока что веселый, жизнерадостный. Ну, потому что есть для этого все возможности. А Слон уже понимает, он вот достаточно откровенно сказал, что мне 29 лет, и что все это не вечно, и что это может закончиться. И если вас взять пример, 21 год, где вы были 21 год? Какое у вас было мышление? 21 год. О чем вы думали, о чем вы мечтали? У меня же ребенок был 21 год. Вот. Сын родился. Вот. А то, что... Краб молодой, у него еще много впереди, много еще чего познавать. А Влад, наоборот, прошел большую школу, и он опытный, он знает, когда что ему нужно, что ему подтянуть нужно, как питаться, как заниматься индивидуально. У Краба пока вот эти вот ребяческие отношения и к жизни, и к футболу. Он хочет, ему гулять надо, веселиться надо, но надо не забывать, что он должен работать больше, чем Слон, потому что он должен... попадать в состав, а не Слон. И вот мы здесь разговариваем, но если он уже как футболист начинает прибавлять, то как человек
которую нужно потянуть дисциплину, пока еще не дотягивает. Потому что продолжаются одни и те же проблемы и опоздания. Надо это избавляться, надо быть более ответственным. Потому что ребятам тоже это не нравится. А все идет с дисциплиной. Все идет с дисциплиной. В общем, ребят, сейчас на канале, канал был создан 15 июля, сейчас на канале уже больше 60 тысяч подписчиков, в Телеграме также больше 22 тысяч подписчиков. И, в принципе, то, что мы делаем исторические видео. Исторические видео, которые в будущем, и в которых лежит информация, которая принесет вам пользу, ребят. Ну, мы стараемся, наоборот, делать, чтобы интересно было читать, наверное, да? Чтобы все, кто подписан на наш канал, участвовали в жизни команды. И после каждой тренировки мы же комментируем все. Я думаю, что и эпизоды, которые случаются каждый день в команде, интересно знать подписчикам нашим. То, что здесь происходит, это весело. Вот. И мы также выбрасываем все негативные вещи, которые мы хотим искоренить, но они так и так выйдут наружу. Поэтому лучше их выбросить сразу, чем потом через какое-то время они появятся уже не с нашей стороны, а кто-то другой это выбросит. Поэтому читайте, подписывайтесь и живите жизнью команды и жизнью медиалиги. Я от себя добавлю, ребят, мы добавлять темп не собираемся, мы будем только наращивать обороты, потому что, по сути, мы снимаем просто влоги, у нас есть очень много интересных форматов. И, как вы уже заметили, спонсорской поддержки пока что у нас нет, ведутся активные переговоры, вот, и я думаю, это вопрос времени, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Арчи, не упоминай меня даже, пожалуйста. Краб, будь аккуратен теперь. Ходи и оглядывайся. Я понял. Все, я прям на балконе нахожусь, жду тебя. Твою передачу. О каком балконе речь? Ну, говорят, там какой-то балкон. А, может, вот этот, фонарь? Видимо, вот. Вот, фонарь где? Ага. Вот, что-то вот там вот. Я поднимусь, его увидим. Вот краб, а вот отсюда должен, я пойду на балкончик встану, а он мне сказал, я вам в руки прям туда мяч этот пришлю. Угу. Вот, так что свидетелей много здесь. Если он попадает вам в руки, то? Все, я ему трешник присылаю. А если не попадает? Ну, чуть-чуть он в минус попадет. Чуть-чуть совсем. Да не, краб, получится, получится. Давай, поздравляю. Все получится, Даня. Ой. Да не, брат, ты гонишь. Блядь, как он залетел? Еще одну! Еще одну! Еще одну! За тысячу! За тысячу! Бля, я сейчас попаду, я понял, Селенин. За тысячу, Николаевич! Намного, брат. Да не, брат, ну ты чё? Вот если ближе встал. Николай, ближе, Николай, тащи его! Там уборщица в шоке, вон, или кто это? За штрафной, краб. За штрафной, за штрафной. Да не, посиди ещё. Поставь ближе, краб. Сколько можно ближе, Николай? Говорит, поближе, брат. 1 метр! Вот такой силы я попал бы в балкон идеально. Да, у нас все честно, все споры честны. Конечно. На самом деле я не думал, что там так далеко. Бонус за перевод. А Тинькова нету? Нет. Бонус за перевод 500 рублей. Ну, СПБ. СПБ. Через СПБ переведи. Не, просто такая функция есть первый раз в жизни. СБП. Да нет, ладно, Сбербанк переведу. 4000? СБП, что, не умеешь? Нет. Бесплатно, у тебя без процентов. Бесплатно будет. У тебя классно. Артистизм 10. Поставил вот это. Ну, он говорит, его любимый футболист Неймар. А Месси вообще... Самый труп Неймар. Как человек, который играет для себя, не для команды. Ну да, это понятно. Ему что-то щелкнуло, да? Щелкнуло? Ему что-то щелкнуло. Зафиксируем и на этом выключим. Понтист. Нет вопросов, не, но он больше... Крапушка слово держит, проиграл одно, все, без вопросов. Красавчик. Четко. Ребятки, это концовочка видео. Вчера у меня был день рождения, вот сейчас вышел прогуляться, отдыхаю от монтажа. В честь этого я стал телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Подписывайтесь. Напоследок хочется поблагодарить вас за огромную поддержку, за комментарии, просмотры.
Хочется поблагодарить Дмитрия Викторовича, что дал шанс мне, Алексею Шумахеру, который сейчас за кадром. Мы помогаем ему вести этот канал и будем продолжать это делать. И, в принципе, сейчас мы делаем только формат влогов. Элементарный формат, который очень сильно заходит. Почему? Потому что атмосфера, которая царит на тренировке, все это генерирует тренерский штаб. Потому что это настоящие фанатики футбола, которые знают, что делать. Потому что они играли на очень высоком уровне, а Дмитрий Викторович вообще с Марадонной, с Ромарио человек играл. Поэтому, ребят, спасибо вам. 7-й день сборов окончен.